ДТП в Орлане произошло днем, все остальные с участием пострадавших в темное время суток. Около 4 часов утра на трассе между Ашитом и Шушнуром была сбита девушка. 13 октября 2014 года в ночное время на 10-м километре автодороги Ашит-Шушнур водитель 1992 года рождения, житель Краснокамского района, управляя автомобилем марки ВАЗ-21140, двигаясь со стороны деревни Ашит в сторону деревни Шушнур, не обеспечив безопасность движения, совершил наезд на пешехода. Девушку 1981 года рождения, жительница города Нефтекамска, которая стояла на правой обочине. После наезда на пешехода автомобиль ВАЗ-21140 съехал в правый поход движения в кювет. В результате ДТП пешеход с полученными травмами была доставлена в центральную городскую больницу города Нефтекамска. По данному факту ведется проверка. В понедельник около 10 часов вечера на улице Ленина водитель «Лады» сбил 38-летнего мужчину, переходившего дорогу. От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Предварительно виновником признан водитель, не обеспечивший безопасность дорожного движения. Помните, что влажность оказывает большое влияние на эффективность работы тормозов. Не превышайте скорость, не делайте резких поворотов, так как на скользкой от дождя дороге автомобиль может потерять управление. Сотрудники ГИБДД напоминают, осенью в темное время суток, пока нет снега на дорогах, особенно опасно. Предельно внимательными должны быть не только водители, но и пешеходы. Взрослым и тем более детям необходимо обеспечить одежду светоотражающими знаками и нашивками. Лилия Гарифуллина, Ильшат Исламов. Время новостей.